Начало 12-го. Добрый день. Это программа «Дневной разворот». В студии вас приветствует, в первую очередь, ведущий Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Сегодня пятница, 7 сентября. 7-е. Пятница, завершается рабочая неделя, 1 сентябрьская, полноценная. Надеюсь, что все у вас хорошо. Детишки, студенты потихоньку привыкают к учебному процессу. А учебный процесс потихоньку привыкает к детишкам и к студентам. В общем, такое обоюдное взаимодействие происходит, да. Не обойдется сегодня без программы «Культпоход». После 12.05 у нас сегодня будет один из тех культпоходов, где мы наслаждаемся, я думаю, что будем наслаждаться. Живой музыкой, да. Живой музыкой. Правда, группа с таким прекрасным названием Cold Blood, что-то хладнокровное такое, да, немножко так земноводными, присмыкающимися попахивает. Но будем надеяться, что музыка будет что-то не очень Cold. Что-то я сегодня забыл готическую раскраску сделать. А надо было, черные, да? Темные вещи какие-то надеть. У нас сказать, будет 20 минут, чтобы переодеться, Володь. Ладно, может быть, не так уж страшно эти ребятки порадуют да нет, нас действительно судя по всему, там все прилично. Тем более, такой набор инструментов, скрипка, да. Гитара. Ну, до начала культпохода мы успеем обсудить следующую тему. Тему «Информационный повод», собственно, исходит от Вятского государственного университета. Точнее, от IT-специалистов Вятского государственного университета. Ну, я не разъединяю. Дело в том, что наш опорный вуз объединяет людей разных направлений, вероисповеданий в хорошем смысле этого слова и так далее. Есть плохой смысл этого слова? Пожалуй, что нет, да. Зря добавил хороший смысл. Так вот. Ты напомнил мне Владимира Сергеенкова, который как-то пришел и сказал пословицу. Знаете, есть такая пословица, как незваный гость хуже татарина. Он сказал татарина в лучшем смысле этого слова. Татаринов, да, я и помню. И потом очень долго гадали, что же он имел в виду. Владимир Нилович, да, царство небесное, как говорится. Да. Так вот, о чем сообщает нам, в числе прочих, наш опорный университет. 13 сентября свой профессиональный праздник отмечают программисты и в целом специалисты в сфере информационных технологий. И в этот день, вернее, на следующий день, мы об этом мероприятии будем говорить, специалисты нашего опорного университета организуют большой праздник, музыкальный праздник. Называется он «Вятка Рок IT». Веселый музыкальный фестиваль, где для айтишников со сцены будут выступать... Айтишники. Айтишники. Угу. Может быть, это между собойчик такой, а может быть, нет. Мы сегодня выясним у наших гостей. Давайте их представлять. Ну, у нас понятно, что в гостях соответствующий специалист, то есть Антон Земцов, вы его прекрасно знаете, директор Института математики и информационных систем Вятского госуниверситета, и Олег Кошкин, заместитель директора Института математики и информационных систем Вятского госуниверситета. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. И сразу вопрос, есть ли заместитель у заместителя? Конечно. И так далее. Пока нет, не пока дорос. Нет. Ну, у нас сейчас задача стоит штаты не раздувать, экономить. Мы в понедельник раздуваемся, в пятницу сдуваемся обратно, и вот так вот постоянный процесс. Так, давайте для начала поговорим про день программиста. Вот, судя из публикаций, из прочих данных, что дело в том, что я почему удивился, когда говорил со своими там ребятами, которые этим занимаются, у них как-то вот эти дни довольно часто бывают. А вроде как стоит задача, насколько я понимаю, ну, в хорошем смысле, раскрутить эту дату. Нет, ну, они всякий раз ссылаются, вот посмотри, вот там в интернете написано, что вот сегодня день программиста, там, потом проходит месяц, они говорят, вот смотри, вот сегодня Всемирный день программиста. День системного администратора. Да, но это вообще каждую пятницу, по-моему. Не так давно, ну да, неофициально каждую пятницу отмечается. Вот этот день, вот именно такой, именно вот центральный, да, главный. Антон, день программиста, в чем его значимость? Откуда он взялся, почему вот именно 13 сентября? Ну, друзья, день программиста мало отличается от дня энергетика или от дня десантника, например, да? Ну, они-то мы знаем, что раз в году. Фонтан будут выключать в день программиста. Я думаю, мы до этого дойдем, но в более там демократичном варианте. День программиста, профессиональный праздник, есть еще день сисадмина. Вот. Мы очень часто и там, поэтому предпочитаем отмечать сразу оба праздника. Чего там мелочиться-то, собственно? Так. Чем больше праздников, тем ведь веселее про это самое идет работа. Угу. Вот, да, спасибо, коллеги, за представление. Действительно, новый, совершенно новый для нашего IT-сообщества формат движухи, формат взаимодействия с IT-сообществом – это... Раньше мы проводили конгрессы, конференции и так далее. Это все классно, это все... официозно. Это все про умно. Да, все очень серьезно. Дуем щеки, одеваем галстуки. И все верно. Ну, мы же люди. И работать уже надоедает порой. Надоедает зарабатывать деньги, надо их тратить уже, да? Вот. Ректор Пугач не слышал этого сейчас, что работать надоело айтишникам. Айтишникам.
Ну, хорошо, поддели, да. Черт побери, не нашелся, что сказать. Коллеги, можно я тут кое-что добавлю? Нужно, Олег, нужно. Да, день программиста — это 256-й день в году. Ну, почему 256-й, можно догадаться. Ну, вот, ну, передо мной страница, да? В Википедии открыта, я то же самое читаю. Да, вот, то есть это фиксированная дата ежегодная. То есть, а он, тогда она не фиксированная, день. Потому что високосные годы, она получится на день раньше. Ну да, да. Вот я как-то тоже ведь считать-то умею, оказывается. А 256 — это волшебная цифра. Число, да-да-да. Слушайте, через час после отмечания Дня программистов об этом никто не думает, да? Давайте я вам скажу, что мы попробуем, сделаем первый рок-фестиваль кировских айтишников. Уйдем от официоза, сделаем это глобально. Ну вот, например, мы пригласим на этот фестиваль, приглашаем по одну сторону. Это будут и айтишники, и обязательно их подруги, потому что айтишник без подруги — это не айтишник. Угу. Ну и жена, естественно. Как много нового я сегодня узнаю про айтишников. Не обязательно подругу. А как же? Не обязательно подругу должны звать Клава. Свет и Таня, Оли, Лены тоже могут приходить. Вот, все правильно. Правильно, вы так на волну настроились. Значит, смотрите, вот. А с другой стороны, у нас на сцене стоят музыкальные группы. Ну, чаще всего рок, потому что, ну, айтишники — это же рок, это панк, это ска. Почему, кстати, поясните? Вот хороший вопрос, почему? Ну, для меня было открытием таким своеобразным. Айтишники, рок. Так исторически вот понятно, сложилось. Что байкеры, рок, да, как-то вот они все в коже. А вот хороший, кстати, хороший вопрос. А я вот возьму, выйду на сцену в день, в пятницу 14 числа, когда мы это будем проводить в Гауди, да, и спрошу, а почему действительно айтишники равно рок? Почему такие оторванные ребята? Романсы не поют, да? Почему романсы не поете, да? И вальс не танцуете, да? Где все это? Или как бы спросил полковник, если вы такие умные, почему вы строем не ходите? Не вижу связи совершенно. Полгода, знаете, ну, ладно. Нарушение причинно-следственной связи в софистике. Да-да-да. Ну так вот, смотрите. И мы подумали, а почему бы на ту сторону не поставить не кого-то там, да, там, из непонятных, неизвестных групп рок, а самих айтишников. Выяснилось, что айтишники действительно не только работают, но они еще и отдыхают, и они умеют отдыхать, и очень даже неплохо. И умеют делать музыку. Да, и очень много, как выяснилось, наших IT-подразделений в Кирове, IT-компаний имеют собственные музыкальные группы, или там айтишники их в своих музыкальных группах. Да, это такие вещи, как они участвуют сами для себя, можно сказать, для души. На сцену выходят редко, но это же надо прекращать. Не группы, надо выходить на сцену, имеется в виду. Не надо жадничать, надо всем показать, да, что вы умеете. Вот мы тут выяснили, оказывается, музыкальные группы есть в крупнейших IT-компаниях мира. Там SAP, Google, IBM, Acronis, там в компаниях Blizzard играет рок-группа Elite Tower. Господи, какое слово-то. Известное на весь мир. Но это музыканты, выступающие только для своих. Они не дают концерты, не ездят в туры, почти не выпускают альбомы. Вот в Кирове тоже есть такие IT-рок-группы, да, состоящие из айтишников. Исключительно из айтишников? Нет, из не исключительно. Творческих людей, частью которых являются айтишники. Такой симбиоз. Собрали, да, группу. Без рамок. Без рамок, да. Там, вне зависимости. Между прочим, даже от того, не, где в, кто не работает, в тех группах, которые созданы при IT-компаниях, тоже айтишники фигурируют. Очень во многих. Все айтишники работают и в IT-компаниях, да, и в других компаниях, поэтому мы, в общем-то, особо это... Сейчас любая компания в любой отрасли все равно имеет свое IT-подразделение, так или иначе. Без этого никуда, я бы сказал, если она не имеет IT-подразделение, ей недолго осталось. Ну да. Это о вопросе зарабатывания денег. Я думаю, к рок-группам это тоже относится. Если не имеют собственного состава айтишники, им тоже недолго осталось. Потому что, на самом деле, современная музыка очень переплетается с современными технологиями. Это тоже не секрет ни для кого. Ну, про музыку не знаю, а вот про компании вот однозначно прям. Это вопрос жизни и смерти уже на данный момент. Ну, еще один довод, ведь музыка во многом это и математика, это определенный алгоритм, да? Ну, можно и так, можно, конечно, такие сравнения, да, проводить. Но, с одной стороны, просто программистов считают все-таки такими угрюмых, достаточно угрюмыми и угловатыми людьми, которые достаточно прямолинейно мыслят. Но на самом деле программирование, те, кто знает, что такое программирование, это достаточно творческий процесс. А музыка — это еще один способ выразить вот это творчество, но только уже в другой форме. Это, помнится, женщина говорила Штирлицу, да, все математиков считают сухарями, да, это заблуждение в любви, Эйнштейн, сказала она ему, по-моему.
Так, хорошо, так. Идея понятна. Праздник для айтишников. Они будут выступать. Им будет предоставлена возможность, может быть, для многих даже впервые, да, выйти на большую сцену в свой профессиональный праздник. С прекрасным аппаратом в гауди, да, что-то, что, собственно, придает, да, так сказать, авторитет всему этому. Мы продолжим нашу беседу. Обязательно у нас небольшая сейчас пауза, которую мы обязаны сделать. Скоро продолжим. Рок-фестиваль IT-специалистов состоится в нашем городе. Вятка Рок IT. 14 сентября. Место Гауди, это Холл. Гауди. Начало в 19:00. Ограничение 18+, да, поэтому с собой желательно иметь паспорт гражданина России. Документ, удостоверяющий личность. Для чего, собственно, да, сейчас цели четко проговорим, это делается. Да, цели на самом деле, они простые, можно догадаться. Мы продолжаем качать IT-сообщество, и мы хотим сделать из этого сообщества сплоченный, по большому счету, коллектив. Люди, находящиеся все время за клавиатурой, имеют, ну, нечасто возможность пообщаться в офлайне, в живом мире. Понятно, мессенджеры и все такое, это, конечно, замечательно, но никто не отменял старые эмоции, добрые отношения, пожатие рук, кружечку чая. И так далее, и так далее. Здесь мы собираемся по интересам, все вместе, оторвемся. Мы не будем думать о работе, возможно, а может, кто-то будет думать. Никакого хантинга, но... А хантинг — это что? Хантинг — это когда мы друг друга на работу приглашаем. За головами, понятно. Рекрутерство. Да. Но сплошной нетворкинг, потому что идеи рождаются в одной голове, не рождаются, а редко они рождаются, когда мы собираемся вместе. И это правда, что люди после вот подобных фестивалей, они выносят общение уже наружу и продолжают общаться дальше, и... Я не исключил, что, возможно, появятся даже новые стартапы благодаря этому. Мы, конечно, никогда не узнаем, благодаря чему они появились, но ощущение у меня есть такое, что коллеги задружатся вместе. То есть наша основная цель, как Вятского государственного университета, как института, да, как я, как руководитель клуба IT-директоров, ко всему прочему, я считаю, мы с коллегами очень хотим, чтобы наш Киров в IT-направлений стал занимать лидирующие позиции. У нас есть рядом Ижевск, Самара, Казань. Мы можем сказать, что нужно на них равняться? Я скажу, их нужно обгонять, нечего на них равняться. Конечно, нужно делать свое. Пока они впереди, в этом смысле, в плане организации, совместных мероприятий, общих интересов, обсуждений деловых каких-то тем. Я скажу, мы своим путем идем. Нечего еще раз догонять, и надо искать свой путь. И мы только тогда мы окажемся впереди. И сейчас уже в Киров заходит большое количество IT-компаний, ну, относительно большое для Кирова, IT-компаний, которые делают свои офисы здесь, федеральные крупные IT-компании, они делают офисы разработки здесь, офисы поддержки и так далее. Это говорит о том, что у нас есть кадры, у нас есть специалисты, которые востребованы, которые нужны коллегам. Вот основная идея такая. Айтишник работать может везде. Там, где есть интернет, по большому счету, и электричество 220. Ну, еды немножко, да, вот с кофем. Хочется жить в том месте, где тебе уютно и хорошо. Вот очень многие считают, что надо уехать в Москву, и там только ты поймешь, ну, там только ты, там, или, там, может, Европу, да, выйдешь на какой-то там новый уровень. Что тебя заметят, куда-то пригласят. Да я бы сказал, уровень жизни, да. Uh-huh. А насчет заметят, пригласят, все в онлайне уже давным-давно. Поэтому даже там я знаю ряд компаний, которые уже несколько лет там работают с людьми, которых они в глаза видели только на фотографии. Не, да мы, собственно, по своему опыту знаем прекрасно людей, которые сидят в Кирове, работают на крупные зарубежные компании в этом смысле. И вуз себе не дует. Да, и вуз себе не дует. Вполне себе хорошо чувствует. До работы. Занимаются программированием. Да. И даже не имея заграничного паспорта, да, совершенно спокойно работают в Швеции. До офиса, там, до офиса доехать 5 минут в Кирове. Здесь все есть рядом. Воздух чистый, дети есть где выгулить и так далее, и так далее. В этом-то плане у нас город еще фору даст многим другим. Вот, это наш путь. И мы хотим сказать, что здесь можно не только работать, но и жить. Понятно, что одно мероприятие это не покажет, но, в принципе, есть же музыкальные группы, да, и люди в них участвуют, и не первый год айтишники. А это вот мероприятие, оно только показывает, что это есть. И
вот, честно, лично для меня не хватает здесь, в Кирове, горы, ну, метров там под 3000, чтобы на горных лыжах кататься. Все остальное меня устраивает категорически. Не знаю, в Кировской области и в близлежащих окрестностях, да. Ну, в принципе, если брать опыт там наших арабских товарищей, гор можно нарыть. А, у нас мусора много, из которого можно. У нас же был горнолыжный. Очень нравился, да, горнолыжный курорт «Великое поле». Знаете, в Белохолмийском районе, да? Само сочетание горнолыжный курорт «Великое поле». Друзья, вы подсказали отличную идею. Грейтфилд. Грейтфилд, да. Вот «Великое поле», да. Вы подсказали отличную идею для следующего рок-фестиваля. Мы просто все лопаты. Все, конечно, вы выдадим, да. Мы гору на роем. Последнее препятствие для прекрасной жизни – горнолыжный курорт для айтишников. Айти-гора. У меня вот какой еще вопрос. Антон, вы сейчас говорите, да, об очень дельных вещах, а в целом IT-сообщество, оно понимает, наше кировское, что надо бы объединяться, надо бы смотреть друг на друга, надо бы выходить из онлайна, да, на самом деле, жать друг другу руки, вот, там, глядеть друг в глаза. Такой запрос огромный. То есть нам не надо кого-то... Люди голосуют ногами, своим временем всегда, по большому счету, да. Айтишники — это очень умные люди, на самом деле, в большинстве своем. То есть это интеллект выше среднего. Ну, извините, там, может быть, кого-то обидел. Но я считаю, ну, как бы это мое субъективное мнение. И нужны поводы. Люди в большинстве своем, может быть, интроверты, большинство, да, но поэтому вот нет такого, как, например, там, в стане журналистов, да, вот вы меня, наверное, поймете, вы более экстравертные, у вас, вам собраться там друг с другом проблем меньше составляет. Ну, иногда мы так или иначе пересекаемся все время друг с другом, потому что наши маршруты-то все, собственно говоря, да, одинаковые. Мы создаем всего лишь муравьиные тропы. Да. Замечательный повод и место, да, атмосферу, внутри которой все это может происходить. Проблем непонимания я не видел еще ни разу. То есть люди прямо вот с огромным удовольствием отзываются на эти вещи. Давайте, коллеги, немножечко скажу про программу мероприятия. Да? Давайте. У нас... Олег, давай ты. Ну, давайте. Олег Кошкин, замдиректор Института математики и информационных систем и ГУ. Олег, заместитель Антона. Да. Угу. Ну, чтобы было понятно. Вообще, мероприятие у нас... Мы пригласили несколько групп. И в том числе одну федеральную группу. То есть это группа Distemper, Skaban. Это же панки. Да. Ну, все так уж сложилось. Ну, хорошая бригада-то. Хорошая, энергичная, классная. Хорошая, энергичная музыка. Русскоязычная или англоязычная? Нет, это русскоязычная группа. Они давно довольно существуют. Да, у них даже корни из Кирова, ребят. С 89-го года они существуют. То есть это такая группа с историей, которая просто нам... даст заряд такой под финал мероприятия, чтобы люди поплясали, попели, покричали. И... Покричали, потолкались, да. Поболели, посломовали, так сказать. Да, ну, также вот мы пригласили группу из IT-компаний. Будет группа... Они... Вот у нас совершенно разные музыкальные жанры там будут. Если мы говорим Distemper, это панки, ска-панк. Да, будет группа «Отвяд ГУ», в том числе называется «Кот пса», в которой там в том числе и я играю. Будет группа... Чем, ну, да, если говорить разные стилевые дела, «Кот пса» — это что у нас? А вот нас попросили написать абзац о нашей группе. Мы по поводу стиля ничего сказать зависли, не можем. Да? И мы зависли, потому что у нас... разновозрастный состав, все в основном руководители подразделений как раз университетских, и там и hard and heavy, там и панк, там и ска-панк, там и рок-н-ролл, то есть у нас, ну, мы такая команда парадокс. Но я слушал, все без мата, все нормально. Не все. На чем играете, Али? Я играю на басу. На басу? Да. Почему-то я так и подумал. Наверное, басист должен быть харизматичным, бородатым и стоять там... И строго смотреть в сторонке, да, и наблюдать, собственно. Посматривать на барабанщика, чтобы не выбиваться из ритма секции. Да, у нас будет группа Lunar Woods. Тут надо упомянуть, что с организатором нашего мероприятия вот этого является компания «Элма», только что вошедшая в Киров, крупная федеральная компания. И от них будет как раз компания Lunar Woods, где басистом является директор этой компании. Хочу в этой компании работать. Да не вопрос, через дорогу. Я всегда мечтал работать в компании, где директор играет
Алексей Трефилов. Причем я слышу, в рабочее время. Алексей Трефилов. Все работают, а он играет. Я слышу, ты нас, я знаю, ты нас слушаешь. Мы нашли тебе еще одного кандидата. Я, кстати, да, почти с законченным музыкальным образованием, могу пригодиться. На клавиатуру можете давить, да? Да. И есть опыт. На эту, которая 88 клавиш тоже. Да, и есть опыт на свадьбах и так далее. Есть у нас еще одна группа от такого федерального большого игрока, от компании «Axelot». Это компания федеральная, но офис у нее в Кирове. Более того, там 120 человек айтишников, и немемногие у нас в городе-то знают, что у нас такие крупные подразделения федеральных компаний есть, где вот чисто программисты, аналитики, и вот от них будет команда, называется Horizon Perfect. Они играют ну, такую легкое инди. Ну вот, кстати, да, результат, я считаю, результатом работы нашего IT-сообщества это то, что такие компании в Киров вообще заходят, бросают корни надолго и с очень большими планами. Не только IT-сообщество, но и Вятского государственного университета, как главной кузницы кадров. Правильно. Именно это я хотел сказать. Сейчас молодец, хорошо. Это было очень правильно, да. Но, ну и еще одна группа «Плод воображения» тоже играют мелодичную легкую музыку. А там ребята из поддержки Почты России, технической поддержки. Тоже у нее есть компания. Своя поддержка у Почты России. А что вы смеетесь? Я думал, там до сих пор все на перекладных. IT у Почты России, я вам скажу, что очень, оно входит, наверное, в десятку лучших IT в России. Так вот, к слову говоря, это довольно серьезно. По всё. Эффективности по, работы по уровню технологий, по уровню, по количеству внедрений там, и так далее. Ну, достаточно серьезно. Ну, значит, мы пока еще не заметили. Ну, увидим, может быть, просто надеемся. До нас еще не дошло, не знаю. Это у вас остаточные явления, как сказать, стереотипные. Ну, нет, есть моменты в работе. Есть моменты в работе Почты России, которые пока еще не изменились, которые напрягают немного. Ну, вот группы я назвал. То есть три, как бы, группы айтишные и одна. Четыре айтишные. А, четыре, да. Да. И одна вот будет как раз хедлайнером Destemper, да. И вот в этом году у нас такое количество групп. В следующем году, я думаю, мы будем повторять это мероприятие, и количество желающих-то будет больше, потому что мы знаем, что и в Рубиконе есть ребята играющие, и в Трейдсофте есть ребята, которые играют. Другое дело, что... Диме Кекину привет. Другое дело, что у них либо... Музыка такая тяжелейшая на очень узкую аудиторию. Либо они такие, играют казалось, все... добрые бы люди. А музыка тяжелая, ладно. Да, да. Компенсация. Мы были очень удивлены, услышав там у Трейдсофта, там группа есть, где очень прям тяжело все звучит. Нажраться водки. Ну, это как раз легко звучит. А в том же Рубиконе, например, ребята, по-моему, Дима даже сам играет на каком-то из инструментов. Единственное, что у них не собрана, не отрепетирована какая-то программа, на это все равно какое-то время нужно, полгода вместе сыграться. На самом деле, Олег, это не их проблема, это наши проблемы, мы просто взяли мало времени на организацию. Нет, ну, если будет становиться традиционным таким, такого рода, да, вот такой осенний, скажем так, бал айтишников, да, то группы просто будут к нему готовиться. Групп много, мы их просто не успели переварить, честно скажу. Желающих было прилично. Именно с участием программистов, да? Именно, да. Потому что я просто сижу, вспоминаю, у нас в группе «Ксенон» есть компьютерщик, там в группе «Грегорс Бенд» есть компьютерщик. То есть они везде есть, просто они как бы, может быть, еще не в курсе. Скромные. Они, может быть, да, просто еще не в курсе. Ну, с отдельными группами мы с Сиомом, например, беседовали. Они как раз в Ижевске выступают в этот день на таком же мероприятии. «Иж-IT» называется. Интересно получилось. Звучание «Иж-IT». Да. «Иж-Юпитер-5». Тоже стереотипы. Ну да, стереотипы. В советское время родились, Антон. Что поделаешь, да. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Рекламную, да. Антон Зернцов, директор Института математики и информационных систем Вятского госуниверситета. Зам Антона, Олег Кошкин тоже с нами. Мы говорим о рок-фестивале, который будет в нашем городе 14 сентября. Кстати, давайте сейчас скажем, чтобы не чувствовали обделенными себя наши слушатели, или все-таки они будут обделены не айтишником, вход будет закрыт? Нет, почему? Не билеты можно купить, они можно в свободной продаже. Свободной продаже, да. Через ВКонтакт, да, там группа есть, через отдельную страницу в интернете, которая была создана нами. Но, конечно, лучше найти себе в пару айтишницу или айтишника, так будет
лучше. Не будете выбиваться из тусовки. То есть мы не будем на входе тестировать людей на знания языков? Ну как не будем? У нас обязательно надо будет там алгоритм составить и на C-Sharp его закодить. А, ну то есть вот она... Всего лишь? Так все к вам придут, да что вы, господи. Вот она истинная причина. То есть мы людей просто запряжем там и все. Да, и там сразу же профтестирование на переподготовку кадров проводим. Напомню, что людям исключительно совершеннолетним рады на этом мероприятии. Реклама. Продолжаем наш разговор. Антон Земцов, напоминаем, директор Института математики и информационных систем Вятского госуниверситета. Олег Кошкин, замдиректор Института математики и информационных систем. Так, про мероприятие, в общем и целом, все рассказали. Доступ понятен, билеты есть в продаже, кого ждут, тоже поделились. Если кто говорить, будет выступать, тоже рассказали. Если говорить про более отдаленную перспективу, там, серия, то есть вот это ведь, идей, это ведь не единственная вещь, которую вы делаете да, вот для этого движения айтишников. Да, вот что еще, ведь, наверное, что еще зреет, Антон? Я бы разделил это самое направление. Вот клуб функционирует, о котором вы сказали. Клуб функционирует, естественно. Он же и придет, это самое... полным составом на наш фестиваль. Вот. Но клуб, насколько помню, вы говорили об этом раньше в студии, он объединяет как раз, да, руководителей? Он объединяет, да, руководителей. У нас, видите, вот почему, кстати, еще идея была очень хорошо поддержана нами всеми по поводу рок-фестиваля, потому что достаточно сильное и серьезное сообщество, уже заметное в России, там сообщество IT-руководителей, оно сформировано, а сообщество кодеров, программистов там, и так далее. То есть те, кто, собственно говоря, производит продукт. Если там IT-руководители, здесь IT-подчиненные. Нет, не так. IT-руководители — это потребители на самом деле. Да? А программисты и так далее — это производители. Это несколько как бы... разные сообщества получается немножечко. Это те, которые мед приносят, собирают, да? Да, а другие едят его. Другие едят его. Либо продают. Ну вот. Излишки. 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 Излишки обратно. Все в дом, все в дом. Так, ну вот. И здесь мы хотим как раз еще прокачать кодеров, прокачать людей, которые на разработке сидят. Посмотреть, чтобы друг на друга, собственно, посмотреть, соединить, попробовать эти два сообщества. Вот. А что же у нас, какие планы? Вот планы есть у ВятГУ со стороны IT, да, и планы есть у клуба. С кого начнем? Давайте с ВятГУ. Давайте с ВятГУ. IT-составляющий, да, опорного университета. Ну, мы взяли курс с моим приходом и после, скажем так, очень плотного анализа наших возможностей и трендов рынка, трендов науки, мы взяли направление на когнитивные технологии. Это искусственный интеллект, это машинное обучение, машинное зрение. При сохранении, естественно, традиционных сильных направлений, как там кафедра ЭВМ, это вообще элитная кузница наших кадров, там кафедра, которая там... мы немножко переименовали сейчас кафедры, сделали небольшую реорганизацию, чтобы внешним, скажем так, абитуриентам, их родителям было понятнее, собственно говоря, куда идти. Ну, чтобы быть в тренде, так сказать. Да, да? Чтобы быть в тренде, быть, чтобы было понятно, что... Угу. Ну, потому что часто кафедры имеют исторические названия, вот, и эти названия... В них все замечательно развивается, но само название уже не отражает как бы суть времени, да, то, чем они занимаются. Поэтому мы сделали небольшой ребрендинг, вот, и традиционные кафедры сейчас называются уже немножко по-другому. Ну, с той точки зрения, как вот, чем они сейчас конкретно занимаются. Вот. Так вот, хочу сказать, что мы достигаем определенных успехов уже в когнитивных технологиях. У нас есть ряд федеральных, очень крупных, серьезных проектов. Я, ну, так как там NDA, то есть договора не разглашения, я не могу рассказывать в эфире об этом, да, но скажу, что... Вот там... ну, например, во что конкретно это может воплотиться, это сотрудничество, так что для понимания. Новый продукт, вот ни много ни мало увеличение, более четкое понимание качества образования в Российской Федерации в вузах и, возможно, его увеличение даже.
Вот благодаря нашему продукту, который мы сейчас разрабатываем. Ну, примерно. То есть это такой идея очень понятна. Высокий уровень-то получается уже, да? То есть такой мегапроект. Федеральный мегапроект, уровень. Да. Ну, я скажу, что, наверное, это один... Хотелось бы верить, ну, как верить? В общем, анализировали, я не нашел аналогичных проектов в мире. Это как-то соприкасается с программой-то, господи, как называется? Задача, чтобы пятерка российских вузов входила в сотню. 5-100. 5-100 это... Не соприкасается никак? Это, ну, скажу так, 5-100 это игра в рейтинг, да? То есть определенный критерий, определенный рейтинг. Большой рейтинг, я в пятерке. Маленький, ну, рейтинг ниже, я не в пятерке, но я стремлюсь туда. В общем, сейчас все идет вот в эту сторону. То есть качество образования в вузах сейчас очень хороший тренд, на мой взгляд, да, он переходит, меняется политика от проверки там бумаги. Качество заполнения бумаги, да, к проверке качества образования. Вот, и я скажу, что, это, ну, в общем, это хорошо. Мы в этом проекте, в общем-то, участвуем. Это долгосрочный проект? Очень долгосрочный. Ну, проект, смотрите, он ведь всегда состоит из нескольких частей. Да, пофиг, конечно. Есть инструментарий. То есть, условно говоря, там, вы без экскаватора яму, конечно, может, и выкопаете, но очень медленно. Вот, мы делаем экскаватор. Угу. Вы делаете средства производства. А где копать яму, и как копать, и как. В общем, всю политику, да, это, конечно, не наш уровень, это уровень заказчика. Ясно. Вот. Дальше мы вот недавно подали, мы постоянно там подаем заявочки и участвуем в серьезных конкурсах. Недавно вот для «Газпромнефть» подали заявку. Ну, как подали, сегодня отсылаем, да, то есть на разработку из системы. Сейчас скажу, сформулирую. Оптимизация работы скважин на основе методов алгоритмов искусственного интеллекта. Ага. Вот. Примерно так что-то, да. В общем, им нужна оптимизация. А мы можем. То, что им нужна оптимизация, это очевидно. А мы можем им в этом помочь. Можем. Да. Ну вот, дальше мы, ну, к слову сказать, сразу, наверное, приглашу. Мы в конце сентября приглашаем коллег. Об этом будут анонсы чуть позже. Ну, сейчас просто забегая вперед. Приглашаем руководителя лаборатории Нейронет Сколково. Со своей командой приглашаем к нам на лекции в политехническом. И дату сообщу чуть позже, ну, в анонсах будет. Мы будем говорить о нейроинтерфейсах. Это то, чем мне хочется очень плотно заняться, ну, тоже так же в нашем институте. А нейроинтерфейсы, ну, знаете, наверное, что... Пояснить, да, коллеги? Лучше пояснить. Да. Ну, очень, если очень грубо говоря, там, для широкой аудитории, то нейроинтерфейсы — это интерфейсы взаимодействия с устройствами, с помощью, ну, скажем так, силой мысли, да? Угу. Ну, вот, например... Это когда вот шлем какой-то на голову одеется, тебя всего датчиками тебя... Ну, в принципе, почему нет-то, почему нет, собственно говоря? Ну, разного бывают рода нейроинтерфейсы, там, например, банальный пример приведу. Вот вы видели, наверное, да, бионические протезы. Uh-huh. Протез, который лапками шевелит, там пальцы туда-сюда. Там у человека, например, он лишился какой-то конечности. Да. И он определенное помогает. Действие может выполнять, но не все, но какие-то, да, вот человек хочет, сжался, разжался. А вот теперь сигнал-то ведь отсюда идет. А теперь задумайтесь, да, сигнал-то из головы идет. То есть есть интерфейс, то есть сопряжение его собственных нервов с машиной. С машиной, да. И машина считывает сигнал оттуда. Это тоже нейроинтерфейс. Вот. Или вот, например, как раз коллеги из Нейронета, они работают над этим проектом. Мне очень нравится. Мы понимаем, о чем идет речь, и очень это самое. Думаем, что попробуем начать взаимодействие, забегая пока вперед. Вот. Это определение качества, определение одаренности школьников. С помощью... Не поверите, с помощью движения глаз. Ух ты.
Есть и такие технологии? Есть. Значит, история следующая. А связь между движением глаз есть? Сейчас расскажу, да. Там... Только у нас 2 минуты остается, да, к сожалению, да. Уже время летит. Ну, слушай, самое интересное, ты говоришь 2 минуты. Нет, давайте-ка. Связь прямая. Ребята работают на стыке медицины, нейрофизиологии, психологии и когнитивных технологий. Это самое интересное. Ну, для меня лично, мне субъективно интересно очень. Так вот, история такая, значит. Ребята выявили связь у одаренных детей, вот вы там гуманитарий, вы технарь, например. Там... Наоборот, я гуманитарий, он технарь. Черт побери, детям мороженое, жене цветы не берем. И вот, значит, ребята выявили определенные активности мозга, ребят, то есть как у одаренных детей разные участки мозга активны при выполнении задач, да? Немножко не те, что у, ну, я грубо говорю, что у обычных, детей среднестатистических. Да, да, да. И, значит, вот движение глаза, оно связано. Вот когда вы смотрите на впереди себя, вы думаете, что вот картинку вы в целом воспринимаете. Неправда. У вас глаза несколько там сот движений в секунду, микродвижений делают. Они как бы сканируют картинку. И здесь взаимосвязь, работа конкретного отдела мозга с... Как идет микродвижение глаза. Если вы возьмете камеру с высокоразрешающей способностью и за то самое, наведете на глаз, условно говоря, зная, как двигается глаз, какой отдел мозга задействован, да, там кусочек, то вы можете с определенной долей сказать, что у ребенка вот это направленность, это, ну, диагностика как бы одаренности ребенка, в какое направление дальше ему двигаться, это на самом деле большая проблема, да, в раннем возрасте особенно. Ну, когда надо... из перспективного математика, ну, да, там, пытаются сделать художника или там, не знаю, и так далее. Или хоккеиста там, да, и ломает копии, в общем, всем плохо от этого, хотят-то все хорошо. Ну, вот, коротко говоря, это же тоже фактически нейроинтерфейс. Это вообще тема классная. Вот, и да, это вот так что приходите в конце сентября, коллеги. Я думаю, что... Нет, безусловно, конечно, будем анонсировать, будем привлекать внимание, да, к данному мероприятию. Вот, такой... И, коллеги, да, можно еще раз пробегусь? Да. Вот уважу просто наших ребят, которые помогали, которые делали организацию нашего... Мероприятия 14 сентября. 14 сентября. Всех приглашаю. И айтишников с семьями приходите, ну, в смысле, с женами, с друзьями. Детей дома оставляем. Вот такие мы. И компания... Элма очень нам... они молодцы, которые пришли. Компания Axelot, Rubicon, TradeSoft, которые участвуют в этом мероприятии, поддерживают его. Вятский государственный университет вообще без вопросов. Это то, на чем базируется, собственно говоря, будущее нашего IT, IT-будущее нашего региона. Это мое четкое убеждение. Вот. И... Приходите, ребят, посмотрим друг на друга, повеселимся, поиграем, посмотрим, как можно двигаться дальше и больше зарабатывать и веселее жить. Гауди, 14 сентября, 19.00, 18+, возрастное ограничение. Спасибо. Антон Земцов и Олег Кошкин, наши гости. На этом дневной разворот завершен. До встречи в культпоходе через 20 минут. До свидания.